Я к чему этот вопрос был? Допустим, в гольф очень многие играют для того, чтобы завести знакомство, решить какие-то вопросы. Очень способствует. Охота способствует такого рода коммуникации? Или это слишком... Вы знаете, я никогда не ездил на охоту с незнакомыми людьми. Так. Это приблизительно то же самое, что, ну, скажем, полететь в космос с незнакомым человеком. Угу. Существует вопрос психологической совместимости, когда вы находитесь в условиях, там, скажем, дождевого леса Камеруна, в саванне или в горах на высоте 3,5 километра Непала, и на протяжении там, недели или 10 дней, то с компаньоном вам нужен товарищ и человек, с которым вы говорите на одной волне. И невозможно там заводить знакомство. Нужно ехать уже с тем, кого вы хорошо знаете. Угу. А с кем вы ездите? Ну вот Павла Гусева вы назвали. То есть мы вместе это охотились, ваш подельник. Ваш подельник. Да, по этому списку. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».